Смотрите, принц, вот он. Святитель небесный, спасите. Он подал знак, чтобы с ним удалились, как будто что-то хочет сообщить вам одному. Смотрите, как упорно! Он вас зовет подальше в глубину! А не ходите! Ни за что на свете! А здесь он не ответит. Ступай, иду! Не пустим! Руки прочь! Опомнитесь, не надо! Это голос моей судьбы! Дорогу, господа! Я в духом превращу вас, только тройки! Прочь, сказано! Иди! Я за тобой! Будь нас, Господи! Куда ведешь? Я дальше не пойду. Следи за мной. Слежу. Доверься мне и выслушай. Внимать тебе мой долг. И отомстить, когда ты все услышишь. Что? Слушай. Слушай. Только ты впрямь любил когда-нибудь отца. О, Боже мой! Отмсти за подлое его убийство. Убийство? Да, убийство из убийств. Как не бесчеловечны все убийства. Объявлено, что спящего в саду меня змея ужалила. Датчане бесстыдной ложью введены в обман. Ты должен знать, мой мальчик благородный, змея, убийца твоего отца, в его короне. О, мои прозрения! Мой дядя? Да, прелюбодей, увлекший королеву к постыдному сожительству с собой. Но тише, ветром утренним пахнуло, потороплюсь. Когда я спал, подкрался дядя твой с проклятым соком белины во фляге и в ухо влил настой. Так был рукой у брата я во сне лишен короны, жизни, королевы. О, ужас, ужас!
мой сын, не оставайся равнодушным. Не дай постели датских королей служить кровосмешению и распутству. Однако, как бы ни сложилась месть, не посягай на мать. Дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить?